Октябрь подходит к концу, и сегодня совместный проект Молдова, Крым и Поволжье. Привет! Меня зовут Ирина, я живу в Севастополе, дачка на Фиоленте, и сегодня совместный проект. Я показываю свою дачу в конце октября. Это Айва. А это розы. Последние розы в моем саду. Летят желтые листья, в Крыму и Севастополе наступила золотая осень. Заходите на мой канал, я приглашаю вас в свой сад. Всем привет, с вами Наталья, канал «Любимый сад». И сегодня у нас совместный проект с Ириной из Севастополя и Екатериной из Молдовы. Давайте посмотрим наши сады. Октябрь месяц, и пришло время собирать урожай яблок. Это пипин шафран. Смотрите, какие крупные яблоки. Яблоня вся усыпана яблоками. В этом году очень большой урожай яблок. Облетел клен, и посмотрите, какая красота. Вот так пришла осень, такая красивая. Октябрь, Молдова, и я, видеоблогер Екатерина Снытко, расскажу, что происходит в нашем октябрьском саду. Приглашаю в наш сад. Видите, что вовсю цветут хризантемы. Их у меня не так много, но все-таки есть. Летают еще пчелы. И у нас еще довольно тепло. Были легкие-легкие заморозки, но природа еще радует. Они красивые хризантемки. Посмотрите, еще цветет жимолость каприфоль. Вот она, красавица. И дальше видите, что цветут розы. Очень они мне нравятся, эти мои розы. Цветет газания. Вот она, красавица. До самых-самых морозов цветет вот эта розочка итальянка. Посмотрите, сколько у газании еще бутонов. Ну как не выкопать такую красавицу, чтобы она еще долго радовала своим цветением, ну, уже в доме. О том, как я выкапываю, у меня тоже есть фильм. Продолжает цвести очеток. Он цветет уже второй месяц. Небольшие соцветия, но они очень радуют. Такие яркие, сочные петунии. И если бы еще было тепло, то, конечно, все бы еще цвело. К зимнему периоду везде посадила сидераты. Трубки капельного орошения у меня подняты вверх, чтобы вся вода стекла. И, как видите, наведен порядок. А вот про дорожки у меня будет отдельный фильм. Понравилась информация, делитесь, делайте, как я, делайте по-другому. У нас умные грядки были построены по Курдюмову. Замечательный результат дает, как говорят, огород для ленивых. Вот так красиво украшает стены нашего дома виноград девичий. И уже обещают морозы, поэтому вот эта красота как бы на прощание. С вами была видеоблогер Екатерина Снытко.